Всем привет! Вы на канале Домик у вокзала, и с вами Галина. Сегодня буду мариновать салаку по своему самому-самому любимому рецепту. Салака по этому рецепту получается просто изумительно вкусной. Я подготовила рыбку, здесь у меня приблизительно 1 килограмм. Но для начала, друзья, мы сделаем с вами рассол для нашей рыбки. И что я сейчас делаю? Сотейник подготовила. В сотейник я всыпаю каменную соль, 3 столовые ложки. Вот так, с горочкой. Одну столовую ложку сахара. Также с горочкой. Далее. Приблизительно 10 штучек душистого перца. Ну, вот так, 10 штучек, 10-15 штучек. Перца черного горошка и лавровый лист. Ну, приблизительно 3-4 штучки. Он у меня поломанный. Я вот так засыплю. Все это делаю я, друзья, на 1 литр воды. Сюда же вливаем 1 литр воды. Все это мы сейчас поставим на огонь и доведем до кипения. В конце приготовления нашего рассола мы добавим 1 столовую ложку 9% уксуса. Сейчас я все это закипячу, ну а потом покажу, что буду дальше делать. Маринад закипел. Сейчас мы его оставляем остужаться, но в это время займемся нашей рыбкой. Ну а сейчас, друзья, будем разделывать нашу рыбу. Купила я, друзья, салаки в этот раз. Вот такая салака красивенная. Покупала ее на рынке. Посмотрите, какая салака. Больше, чем на мою ладонь. Но еще попался мне бонус. Сюрприз в салаке. Попалась мне вот такая селедочка небольшая. Вместе с салакой. Селедочку я также сейчас засолю. Но нашу рыбку я сейчас, друзья, буду разделывать. Досточку подготовила. Салака обалденная. Посмотрите. Жирненькая. Я вот так буду разделывать даже с икрой. Какая красота. Икорку тоже. Я буду сюда сразу тазик складывать. Икорку тоже, друзья, будем засаливать, мариновать. Рыбку потом мы еще раз помоем. Я вот так ножичком все это почищу. Здесь молоки попались. Ну, молоки я не люблю, я их выбрасываю, кошка съест. Обалденная салака. Такая крупная попалась мне первый раз. Кстати, салака у нас в Беларуси не очень дорогая. 6,5 рубля я отдала за килограмм. И впервые мне попалась такая крупная рыба. О, видите, что обалденная. Обычно меленькая, средненькая или маленькая попадается. Это такая крупненькая попалась. Нарадоваться не могу. Решила ее сегодня засолить. Так хочется солененькой рыбки. Аж слюнки бегут. Аж бегут слюнки. Я ее сейчас всю вот так почищу. Вы знаете еще, что хочу сказать? Вместе с салакой мне попалась еще и килечка маленькая-то. Но муж ее кошке отдал. И что еще хочу сказать, друзья? Канал у меня не кулинарный. На своем канале я показываю свою жизнь. Чем я занимаюсь, чем я кормлю свою семью. Селедку чищу. Поэтому на своем канале я могу немножко и поболтать. Селедочка в подарок попалась мне.
как бонус, сюрприз. Рыбка свеженькая, не перемороженная, обалденная. Редко такое бывает. А то бывает, купишь, она разлазится прямо в руках. Кишки все вынимаю. На очереди коты стоят. У нас котячья свадьба. Все коты с округи здесь. Вчера 10 котов насчитала. На заборе сидели. Увидите, какая рыбка. На целую ладонь. Все коты сбежались. Свадьбу свою играют. На заборе сидят. Верещат. Покоя не дают ни днем, ни ночью. Ну, я вот так рыбку почищу сейчас. Может, кому-то неинтересно смотреть, как я рыбу чищу. Можете перематывать. Можете вообще выйти с канала. А можете просто переключиться на любимые ваши фильмы. Канал у меня не кулинарный. На своем канале я болтаю обо всем на свете. Но у нас вчера было штормовое предупреждение. Сутки ливень был, дождь. Залило все на свете. На огород не выйти. А я хотела пойти клубничку свою в порядок привести. Не выйти. Хотела деревья побелить. А на огороде и стоять невозможно. Лужи и болото. Налило столько моря воды. Просто море воды. Немножко было высохло после зимы, когда снег растаял. И вы знаете, что одна рыбка только попалась у меня с икрой. Икры больше нет, не вижу, не наблюдаю. Сейчас всю рыбку почищу и буду мариновать. Потом картошечки отварю. Нам будет с мужем обалденно вкусно. А сегодня у нас пасмурно. Дождя не было. А многие люди уже садятся. Садят картошку. У нас в Беларуси никто еще картошку не сажает. У нас в Беларуси картошку сажают в мае месяце. Ну, в крайнем случае, в конце апреля. Если сухо и тепло. Мы обычно ждем, когда земля прогреется. Тогда картошка хорошо вылазит. И быстрее вылазит. А так, если в холодную землю картошку положить, она так и будет лежать. Она не взойдет, пока земля не прогреется. Поэтому, друзья, с посадками мы не спешим. Ничего не сажаем. И никто у нас еще не сажает ничего. Вода стоит на огородах у людей. Наверное, последняя рыбка у меня. Икры больше не попалось. Ну что? Ой, сейчас проверю. Уже голову сюда закинула. Уже голову сюда закинула. Вот так. Ну, по-моему, почистила всю. Так, сейчас, друзья, я рыбку еще раз эту промою. И будем заливать ее рассолом. Ну, а пока наш маринад остывает, сейчас мы сложим рыбку. Я подготовила контейнер. В контейнере буду нашу рыбку я засаливать. Рыбу я еще раз промыла хорошо. И сложу сейчас рыбку в контейнер для того, чтобы потом можно было контейнер закрыть и поставить в холодильник, в холодное место на засолку. Ну, на дно я сейчас положу нашу селедочку, наш сюрприз. И вот так аккуратненько
выложу сюда нашу салаку, нашу рыбку. Кстати, попалось мне две икорки. Еще в одной рыбешке я ее не почистила, нашла еще одну икру. Все сюда сложу. Обожаю соленую икру. Вот так все сложим аккуратненько. Маринад остынет и зальем нашу рыбку маринадом. И через сутки наша рыбка будет готова. Рыба по этому рецепту получается просто изумительно вкусно, друзья. Попробуйте приготовить. Пальчики вы будете облизывать, это точно. Ну что ж, друзья, у нас рассол остыл. Сейчас заливаем остывшим рассолом нашу рыбку. Вместе со специями. Все сюда. Но сейчас я контейнер закрою крышечкой и поставлю нашу рыбку на сутки в холодильник, в холодное место. Через сутки наша рыбка будет готова. Ну что ж, друзья, прошли ровно сутки, наша салака готова. Она уже просолилась. И что я сейчас буду делать? У меня здесь есть вот такой салатник, он у меня с крышечкой. Я сейчас нашу рыбку переложу сюда. У меня здесь есть лучок, я подготовила, порезала. Переслою нашу рыбку лучком и оболью подсолнечным маслом. Если же вы хотите салаку, чтобы она у вас была более соленой, оставьте ее еще на часов 6. Но я уже рыбку одну попробовала. Рыба очень-очень вкусная уже сейчас. Нашу рыбку я переложила в другой салатник, переслоила ее лучком. Вот так вам поближе покажу, видно вам или не видно. Сейчас сверху я нашу рыбку полью подсолнечным маслом. Вкуснота будет неимоверная. Ну а здесь, друзья, я также положила рыбку на тарелочку. Видите, какая рыбка получается. Ее также немножко оболью подсолнечным маслом. Вот так. И вам поближе покажу, какая красота получилась. Ну, вот такую рыбку, вот такую салаку я приготовила, друзья. Салака по этому рецепту получается изумительно вкусной. Обязательно себе приготовьте. Салака готовится очень быстро. В течение суток она у вас уже будет готова. С картошечкой, друзья. Будете просто пальчики облизывать и за уши вас. От такой рыбки не оторвешь. Готовьте, радуйте своих родных и близких. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!